собаки, вперед. Ребят, всем привет! Сегодня мы выехали на охоту. Выехали поохотиться на вольшнепины тяги. За плечами уже у нас, Алексей, две охоты. Каждую охоту, ну, во всяком случае, я вольшно подобывал. Первый раз вообще охота была просто шикарная и добыл даже норму. Погода у нас в Московской области была очень холодная. И вот буквально только сегодня, кстати, потеплело. Наверное, сейчас где-то плюс 9, плюс 10. Светит солнышко. И шансы у нас не шансы, а надежды очень большие. Так, Алексей, вот твое яичко. Да, это... А, это речухи половинку, да, и половина локи, да. Держи. Приехали в угодье пораньше. Ну, во-первых, хотим поискать какое-то новое место пройтись. Ну и знаете, все-таки весенний лес очень прекрасен, и воспользовались таким случаем приехать, посидеть на свежем воздухе, перекусить и выпить кружку горячего, друзья, чая. По идее, все как обычно, стандартно, это черный хлеб, сало, репчатый лук и яйца. Я не знал, что, кстати, у Алексея Локи тоже любит яички. Взял с собой только для речухи, но им выдали по половинке. Папаечки. Ребятки, вам папаечки сегодня. Давайте, ребят, все, кто ест, всем приятного аппетита. Давай, Алексей, за охоту. Горяченьким чайком. И тебе тоже приятного аппетита. Приятного аппетита. Сейчас перекусим и выдвинемся дальше. Так же на природе все вкусно. Да? Ага.
Леш, прием, как слышно, проверка связи. Слышно хорошо. Ну ты все место нашел, выставился? Да, нашел, выставился. Давай не пуха. К черту, тебе не пуха. К черту. Ребят, мы на месте. Я выставился на ту же точку, где я провел до этого две охоты. Алексей ушел дальше по Милятнику, метров, наверное, 200 от меня. Время на данный момент 18:20. Судя по предыдущим охотам, вальшнап вылетал примерно 19:30-19:35. И вот вы знаете, скажем так, ориентировочно до вылета птицы где-то час, но я с удовольствием сижу на этом пне, греюсь на весеннем солнце я, лежит, загорает и дышит свежим воздухом речуха. Ну, прекрасная погода и прекрасно, друзья, от этого настроения. Вы знаете, все-таки для меня охота на вальшнапа — это не в первую очередь добыть птицу, заполучить, как говорится, долгожданный трофей, а все-таки именно насладиться вот этим вот весенним лесом, отдохнуть душой и телом от городской суеты. Это очень, друзья, полезно. По вооружению у меня моя МР-155. Патроны я, друзья, использую бесконтейнерная семерка «Азот Сибирь». Закончилась у меня, к сожалению, девятка. Вы знаете, все-таки девяткой на вальшнапа мне понравилось охотиться больше, нежели чем семеркой. А дульное устройство у меня «Прогресс Раструб». Кстати, под видео в комментариях вы можете написать, какие патроны по вальшнапу используете вы. Будет, кстати, очень приятно почитать. Друзья мои, ну что, наша охота начинается. Пожелайте нам ни пуха, ни пера. Можете авансом прожать палец вверх, подписаться на мой YouTube-канал, подписаться на мой Telegram-канал. Все-таки в Telegram-канале я выкладываю такие видео, которые на YouTube я не выкладываю. Кому интересно мое творчество, обязательно заходите по ссылочке. Ссылка будет под видео в описании и в закрепленном комментарии. Ну что, пеструшочек мой, ни пуха нам, ни пера. Первый промах. Стоять на месте. Неудобно, я стрелял. Очень неудобно. Леш, спасибо, мимо прошел. Неудобно, я стрелял. Меня бы так покачнуло при выстреле. Это моя традиция, Леш. Ну вот, речушь, как обычно. Первый промах. А что поделать? Вальшнап какой, ребят, живучий. Я по нему стрелял, промазал. Он вышел там на охотника, по нему стреляли. Там по нему стреляли. И вот так вот ушел обратно в лес. Повезло, конечно, товарищу. Мы с тобой потом пойдем его посмотрим. Вроде он подранок, сиди на месте. Далеко. Далеко.
Ребята, возвращаемся с Алексеем домой. Давайте расскажу сначала про Алексея. Алексей сегодня стрелял два раза и остался без вальшнепа. А я, друзья, сегодня стрелял по трем вальшнепам и тоже ни одного не добыл. А четвертый вальшнеп, который на меня налетел, я его все вроде бы взял, прицелился, делал выстрел, а в патроннике нет, друзья, патрона. Вот так вот было сегодня весело. Конечно, я еще раз повторюсь, на охоту мы едем не за мясом, на охоту мы едем за эмоциями. И знаете, эмоции сегодня было, конечно, выше крыши. Вот эти промахи, они тоже дорогого стоят. Конечно, это все для опыта тоже очень полезно. Я не буду ничего как бы, да, от вас утаивать, я все покажу и показал вам в своем видео. В любом случае, считаю, что охота состоялась. Самое главное, друзья, что дичь мы видели. Ну, а то, что мы ее не добыли, ничего страшного. Пускай живет. У нас еще охот, дай бог, впереди много. И своего вальшнепа, как говорится, мы возьмем. Всем, друзья, спасибо за просмотр. А мы отправляемся домой. И да, кстати, Леш, перед собаками сегодня реально было стыдно. Ой, ну ничего, ничего. Все еще впереди.